носили голуби когда-то по свету почту для людей. А нынче письма к адресатам летят, как стаи голубей. Привозят в письмах долгожданных частички сердца поезда, и всюду, как меридианы, обвили землю провода. Послание в каждое жилье, и на любой почтовой марке лицо мне чудится твое. Все меньше пишется печальных, все больше радостных вестей, и круглый штемпель почты дальней пусть будет солнышко светлей. Thank you.